Так, вот я начала доставать орхидею, это которая фиолетовая у нас. И посмотрите, какой ужас просто тут я обнаружила. Вот где у нее попа. Вот где у нее попа. Здесь просто то ли торф, то ли что. И она одета вот в такую вот корзиночку. И она просто начинает гнить. Вот если посмотреть, вот все корни белые становятся. Все пережимается, вот они гниют. Потому что гниет сама попа. Надо ее срочно спасать, не дожидаясь, пока она отцветет.